насущные вопросы. За помощью в решении проблем горожане обращаются к главе Армавира. Уникальный самолет. Наш город был представлен на международном авиасалоне «МАКС-2013». Новые правила. На первенство края по греко-римской борьбе отправятся 14 армавирцев. Смотрите программу «Новости 24» по будням в 19:00, повтор в 6:30 и 7 утра и 12:30, а также в любое время суток на сайте ravita.info.